Образовательные учреждения Сергиево-Посадского района готовят к новому учебному году. Глава района Михаил Токарев проинспектировал ход ремонта в школе номер 8 Сергиево Посада, что в Птицеграде. Мы все делаем, да, потолок? Да, стены будут, стены. За два прошедших года в школе заменили окна и инженерные коммуникации, привели в порядок входную группу, спортивный зал, внутренние помещения, коридоры и рекреации первого этажа. На ремонт коридоров и рекреации второго и третьего этажей восьмой школы в этом году выделено порядка 8 миллионов рублей. Посмотрели, действительно, ремонт идет полным ходом. Вообще, в целом, и в этом году, да, мы тратим на 20 миллионов больше денежных средств, чем в том году. 260 миллионов рублей мы потратим на подготовку учебных заведений к началу учебного года. Это не только школы, это детские садики в том числе. С начала июля ремонты идут в 74 школах, садах и учреждениях дополнительного образования Сергиево-Посадского района. Основные такие крупные работы – это замена оконных блоков. В этом году мы эту работу выполняем в 15 школах. В прошлом году мы эту работу начали, в этом году продолжаем. Кроме того, мы также в 15 образовательных учреждениях в этом году ремонтируем кровли, потому что это тоже очень важно. По словам Натальи Уфимцевой, за прошедшие два года были заменены все окна в детских садах. Теперь перешли к среднеобразовательным учреждениям. Через три года эту часть программы власти планируют завершить полностью. Она также подчеркнула, что программа ремонта не разделяет сельские и городские образовательные учреждения. Ко всем применены единые стандарты качества подготовки. Все ремонты планируют завершить к 25 августа. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов. Программа «События».